Сегодня мы вспоминали нашего погибшего товарища Тимура Кочерава. Он был убит нацистами 4 года назад, в этот день. Нельзя забывать о том, что в мире происходят такие несправедливости. Тимур был мирным человеком, и он погиб буквально не за то, что он хотел делать добро. Ну, потому что это глупо, этот метод только для людей, которые считают, что силой можно решить все вопросы. В то время как мы знаем, что путь насилия и путь ненависти, он только для тех, кто ощущает, может быть, собственную ущербность, и для тех, кому больше может нечего сказать и сделать, кроме как кого-то убить, покалечить и так далее.